коллеги. Завершился матч между Сочи и Московским Динамо. Главный тренер команды готов подвести итоги игры. Владимир Васильевич Крикунов, Сергей Александрович Зубов. Владимир Васильевич, вам слово. Ну, игра получилась, наверное, интересная. Как раз зрителей много было, да. Для зрителей, наверное, было интересно, весело смотреть. Для тренеров, наверное, головная боль. Ну, в принципе, начали мы хорошо. Да, но в третьем периоде наделали там ошибки. Чуть-чуть не потеряли все, да. Начали в третьем периоде сохранять, видимо, счет. Отошли за весь третий период, сделали три броска поворотом. Это с моментом Финогенова, когда он вышел, обыграл. Так хорошо у нас очень на последнем рубеже сыграл Ваня Бочаров. Выручил команду, да. Ну, наделали сами еще ошибок таких глупых. Ну, хорошо, что так закончили игру. Все равно. Спасибо, Сергей Александрович, ваш комментарий. Команда «Динамо» с победой. Действительно, очень было приятно играть. Подумать, как выходить на следующую игру. Будем готовиться, будем разбирать, смотреть ошибки. Но опять же, повторюсь, в плане желания и настроя, это будет для нас шаг вперед по сравнению с прошлой игрой. Спасибо. Спасибо, коллеги. Давайте перейдем к вопросам. Спасибо тренеру Зайкову.